Во главе колонны движется бронированная маневренная машина нового поколения «Тигр» автомобильного концерна «ГАЗ». В составе первой группы машин бронетранспортеры БТР-82, принятые на вооружение в 2013 году. Следом движется 120-миллиметровое самоходное орудие «Нона-СВК» на базе колесного бронетранспортера БТР-80, предназначенное для подавления живой силы артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей и пунктов управления. На площади БТР-80, состоящей на вооружении мотострелковых подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты, мимо трибуны проезжают 152-миллиметровые гаубицы 100Б. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 30 километров. Далее следуют 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», способные уничтожать танки всех типов, состоящие... Следом движутся расчетные 120-миллиметровые, способные эффективно уничтожать живую силу противника. На площади расчеты реактивных систем залпового огня. Современные гарды предназначены для уничтожения открытой и укрытой живой силы. Перед вами проходят машины тактического ракетного комплекса «Точка-У». Комплексы предназначены для уничтожения особо важных объектов противника на дальности более 100 километров. Проходит группа командно-штабных машин различных модификаций, предназначенных для организации боя. На площади